По улице Каркмасова стартовала эвакуация автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. После восстановления движения транспорта и укладки нового дорожного полотна в организацию дорожного движения были внесены изменения. Парковка здесь разрешена теперь только параллельно и только в специальных карманах. Дорожные знаки установлены по всему участку реконструкции по улицам Радищева, Каркмасова, Абубакарова и Кадырова. Дорожная разметка нанесена, а работа светофоров восстановлена. На месте работают эвакуаторы, вывозящие припаркованные под запрещающими знаками автомобили. Специалистами столичного управления транспорта и сотрудниками ГИБДД проводится разъяснительная работа с водителями. Если участники движения будут соблюдать правила дорожного движения и не нарушать и останавливать транспорт под запрещающими знаками, то пропускная способность на данном участке будет увеличена. Здесь мы перед перекрестком увеличивали полосы и сделаны 3 полосы. Правая для поворота направо, средняя прямо и крайняя левая для поворота налево для разворота.